Намасте! Продолжаем комплекс передач, посвященный смоле Гугул. Уникальной смоле, способной проникать в костную систему организма. Как вы помните, главное свойство Гугула – это снижать кафу, дошу, то есть опухолевые, то есть отечные процессы и вату, разогревающие процессы. Что же делать? Бедный, несчастный питель, человеку, который склонен к воспалительным процессам в суставах. Для этого существует состав под названием кайшоре гугу, который, кроме гугула, присутствует гудучи, ведущее растение, вьющаяся лиана. Помните, я один раз пришел с лианой на шее, это было... Гудучи – главное растение, снижающее питту в сочетании с гугулом, а также трифовой, трикоту, нишотхой, оперкулиной, которая входила в состав авипатикар, и еще растением дантимул. Данте – это зуб, мула – это корень, то есть растение, у которого корни похожи на зубы. Оно вкладывается в состав кайшуры гугу, который предназначен для хронического, не острого, а хронического воспалительного процесса в суставах. Или, как говорят в аюрведе, болезни суставов питта типа. Как отличить? Суставы болят как ваты, питты или кафы? Самый простой способ по расспросу. Люди, у которых суставы болят, нарушение суставов вата типа, будет жаловаться, что суставы болят после нагрузки, а когда человек отдыхает, то сустав отпускает. Люди с высокой кафой, в точности наоборот, будут говорить, что от нагрузки, от движения суставы проходят, а утром после покоя суставы наоборот ноют. Люди же с воспаленной питтой будут говорить, что суставы болят постоянно. Вот как раз для них и подходит препарат кайшуры гугу. Также кайшура гугу удовлетворительно, весьма хорошо проходит при нарушении ваты. Для кафы лучше использовать другие формулы на базе гугула. Он в целом повышает иммунитет человека, причем иммунитет на уровне глубоких тканей. И улучшает количество белых кровяных телец в организме. Продукт в настоящий момент находится в стадии разработки в Институте ведических исследований. И как только он будет готов, он будет на сайте pureherbs.lv. А на сегодня все. Следите за продолжением.